Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный противогаз из Poppy Playtime! Слушай, Бабян, ты так не гони сильно, ты видишь, какие дороги? Да вижу, вижу, аккуратно еду, мужики, ух, блин. Да, там вон прямо какой-то завод вроде заброшенный был, там, может, что осталось, какие-нибудь эти, заберем станки. Ага, да-да-да, давайте. Аккуратно, а Бабян, там, блин, это, болото! Поедем на скорости, тихо, на скорости! Тихо, тихо. Бабян! О, Бабян, ну ты что-то делал? Слышите? Ё-моё! Мы, походу, гидрач словили. Гидроудар, что ага. ли? Капец, Бобис, вот это да. Сейчас, Андрюха, погоди. Выходите. Блин, глубоко тут не утоните, тут ил капец, может. Капец, блин, ну все, капец, себе. Приехали. Реально гидрач, походу. Так, сейчас, мужики, погодите, дайте, у меня тут это, ключи были, Бабян, ты посмотри пока обстановку, сейчас я попробую это, починить движок, блин. Сейчас, так, подождите, не открывается что-то капот. Багажник. Уже все путаю. Багажник, капот и все такое. Из-за Бабяна ехал, укачало. Не открывается, не починить, пацаны. Ну, Бабян, ну, делес, ну, натворил делов. Да капец, блин, я думал, мы на скорости проедем, а тут такое. Да вообще, там ил... Что, не открывается? Вообще никак, она еще застряла там, блин. Блин, может, подомкратить как-нибудь, да выедем, слышите? Она там под илом, не достанет. Под илом? Ага. Она рожает. Ух, нифига себе. Слышите? Парни! Это что произошло там? Это на заводе что-то шиндарахнуло! Капец! О себе! Ёма! Давайте посмотрим! Так, тихо, ага. Все видели? Да-да-да! Видели. Андрюха, ты видел? Да видел. Жесть, там дымится! Интересно, а что могло на заводе заброшенном взорваться, а? Может, химикаты ну-ка. Какие-то? Ё-моё, может, селитру хранили, и она бахнула? Так, ладно, машина, парни, пошла ко дну. А там она все равно бы не поехала, у нее там колеса все поотваливались, так еще да, на мель села. Ё-моё, капец, так, парни, аккуратно только, по-тихому, давайте посмотрим, что там вообще. Жесть. Я такого не видел, мужики. Ага, ага. Капец, я такого тоже никогда не видел, блин. Это чё? Посмотрим, давайте. А ну, аккуратно, парни. Интересно, аж дух завораживает. Жесть, тихо-тихо-тихо. Там уже чё, взорвалось, главное, что второй раз не бахнуло. Да-да-да, то мы давайте тоже, быстрее, блин. Мужики. Капец, ага. давайте быстрее к заводу, парни. Быстрее. Жесть. А, чё там, смотрите. Парни. Это чё? Это противогаз из Poppy Playtime, глава 3, вы чё, не в курсе? Нет, нет, а чё это? Третья глава. Как, да! Как? Такое возможно? А вот так! Он уже существует! Противогаз! Опасный! Бежим! Офигеть! Парни! Валим, валим, едет. Валим! Ё-моё, мужики! Надо бежать куда-то! А куда нам? Куда нам? Да куда-нибудь! Может, встретимся куда-нибудь? Вот, давайте за мной! Куда его сюда? Давай, быстрее! Жопу. Да, нифига парни! Он. Жесть! Это противогаз! Опасный! Наверное, взрыв! Это он сделал! Скорее всего, да-да-да! Капец! Он из фабрики! Он там что, жил, что ли? Я не знаю, блин, это противогаз! Вот вышка, слушай, Бабян, попробуй связаться с этими, с полицией! Вышка, давай, вот, давай, давай! Что с вышкой произошло? Тихо, попробуй связаться! Нету, попробуй! Со всеми! А что говорить, что говорить? Да говорить? Скажи, на заводе взрыв, противогаз из Poppy Playtime! И вообще, чтоб нам помогли или куда-то прийти, может, координаты скажут? Ага, хорошо, сейчас вижусь, только смотрите, чтобы он сзади не подошел. Жесть, я так палю его! Прием, спецслужбы, как слышно? Это гражданины! Да, нам нужна помощь, за нами гонится противогаз из Poppy Playtime часть 3. Да, в натуре. Это, вы нам должны помочь. Ага. Хорошо, мы сами тогда координаты, местонахождение, отправимся туда. Все супер, давайте, ожидаем. Ага, спасибо, ждем. Все, мужики, я связался, они нам сказали, то, что выдадут координаты на пейджик, и пойдем. На пейджик? Угу. А когда они вышлют их? А вот, пришло. Пришли координаты? Так, ну-ка. Ну. Слышь, Андрюха, запиши, у меня блокнота нет с собой. Ё-моё, бежим, Бабян! Потом запишем, бежим по координатам! Давай, короче, погнали вперед! Вперед? Бежим, Бабян! Да, вперёд, просто вперёд! Мы за тобой тогда сваливаем! Вот туда нам! Сейчас, парни, он меня откинул! Бежим! Вон, давай, туда! Давай, через дома и прямо, да? Ага. Давай, сваливаем нафиг отсюда! Слушай, Бабян, ты уверен, что это то самое место, а? Ну да, я полностью уверен, мы же по координатам шли. Что-то как-то странно выглядит. А ну, Андрюх, сравни координаты. Давай показывай, что там. Ага, X, Y, Z. А мы сейчас... Бабян! Да ты чё даёшь, ё-моё? Ты Y, Z перепутал координаты, мы не туда пришли, куда надо. Тьфу ты, блин, я ж точно смотрел по ним. Ё-моё, Бабян, да тебе вообще ничего доверить нельзя. Ни рулить машиной, ни координаты. Привёл нас в какое-то непонятное место, капец вообще.
Да ладно вам, зато мы от этого моста оторвались. А, ну точно, зато мы хотя бы оторвались от этого страшного противогаза. И правда, какая разница, да? Ой, ё-моё, спасли нас полицейские или мы сами убежали? Ну, Бабян, ты, конечно, так пугай, не пугай. Ага. Откуда у тебя противогаз? Да из кармана достал. Капец, ну мы пацаны, а вы чё, парни, не в курсе? Противогаз из Poppy Playtime, глава 3, все про это говорят. Вы чё, как с луны свалились, когда увидели его? А чё, третья глава вышла, что ли, Димон? Нет, не вышла, я не знаю, как он появился. Может быть, знаете чё, в результате большого взрыва, как наша вселенная, вот там на заводе что-то взорвалось, и противогаз этот появился. Нам, кстати, повезло, он очень опасный, он мог нас сожрать. Хорошо, мы убежали. Ладно, мужики, давайте двигать, выбираться из этого места. Я вот только не понимаю, где мы вообще находимся. Забери у Бабяна телефон и не давай ему больше координаты. Не надо, мне мама его купила. Ага, мама, иди, блин. Иди, давай сюда телефон быстрее. А ладно, мозги тебе мама не купила, прыгайте вниз, пацаны. Димон, ты чё там не разбился? А, блин! Да я капец. Упал случайно, одному тут страшно, тут какие-то канализации вообще, блин. Ага. О, ага. Осень, смотрите, ящики какие-то. Ага. Может, есть чё? Нафиг нам эти ящики, давайте выход лучше отсюда найдем. Давайте, а где давайте. Выход-то? Нам точно сюда идти? Так в смысле точно, Бабян, мы вообще, похоже, заблудились. А вот, смотрите, мужики, тут выбраться можно наружу. Ой, слава погнали. Богу, парни, это вообще капец, надо выбираться отсюда, я потом это, в телеграме напишу, все офигеют вообще. Ага, натуре ага. Убежали от этого противогаза с Poppy Playtime. Чё такое, мужики, смотрите? Мужики! Чё там, Андрюха? Ничего смешного в этом не вижу. Тут вертолет упал недавно, видимо. Смотрите, горит еще. В смысле горит? А, да, горит. Ага, ого. Да, точно, блин, недавно. Ладно, парни. Бочка горит, бочка горит. Да сваливайте отсюда нафиг. Уходим отсюда, мужики, сваливаем. Ты куда так бежишь резво? Ё-моё. Что там? Там это, парни. Он едет! Парни, о, блин. Там противогаз! Давайте да. Назад! Тут кровь какая-то! Давайте сюда! Сюда! Ну здесь. Дела, мужики, заходите! Ё-моё, парни! Там смотрите. Была кровь на пороге! А здесь это мёртвый... Кто? Мёртвый вояка, парни! У него это пистолет-пулемет. Я возьму его, это... Тут вон, Бабян, еще это есть рация или что? Попробуй связаться, скажи за нами противогаз этот гонится, и он не отстает от нас! Шо? Вызови сейчас быстрее. Сейчас позвоню. Как он нас нашел, парни, этот противогаз, а? Алло, прием, алло. О, полиция, добрый вечер, здравствуйте. Это мы те самые, которые звонили, что за нами гонится противогаз из Poppy Playtime, часть 3, да. Почему не пришли? Да мы координаты перепутали. Да. Что? Да нет, ну мы честно, не врем, не обманываем. Мы честные граждане, конечно. Тем более за вранье дается срок. Ага. Он гонит за нами, помогите нам, пожалуйста, мы вам вышлем новые координаты. Точнее, вы нам вышлите. Ага. Ну, я не знаю, почему вы так говорите, я не знаю, почему вы нам не верите. Мы ж ничего такого плохого не сделали, будто вы сами не знаете, что такого монстра нету, и мы вас не разыгрываем. Алло! Алло! Блин, слышите? А. Что-то они нам не поверили и скинули трубку. Ё-моё, полиция нам уже не верит, а это все из-за того, что они думают, что это розыгрыш, что мы не пришли на координаты. Это же не розыгрыш, да? Это же мы же видим его. Да я его видел своими глазами этого прототипа, капец. Чё делать-то, парни, будем? Чё делать? Ой, прототипа, противогаза. А, да, чё делать? Надо выбираться отсюда как-то, главное, чтобы он нас ещё не убил. Мужики! А. Помогите пушку отковылять, какая-то огромная, большая. А ну, отойди. Может, сейчас я попробую так, это пистолетом-пулеметом. Сейчас. Отойди, дай, да, сейчас. Нет, парни, она приварена. Давайте лучше посмотрим, что тут есть. О, может, сами убьем. О, бери! О, здесь пистолет-пулемет. Вот, давай, Андрюх, бери дробовик. Мы, может, сами убьем этого противогаза дурацкого. Натуре, сами с усами. Да, берите патроны, все. Чё? Тут еще мертвый. Ой, ё-моё, испугал меня. Вон, Андрюх, для тебя это тоже пистолет-пулемет. Ага. Я подберу, шеф. Давай. Подбирайте. Может, он уже и не придет. Фух, страшно, блин. Здесь еще он какие-то Опа, оружия. Да. Петушок так называемый. Кто? Кто? Ты, Бабян. Ладно. Да. Уходим. О, вон он. Парни. Что будем делать? Че, попробуем это? Атаковать его нашими блин, пушками? Вы думаете, это хорошая идея сейчас будет? Или, может, по стелсу по-тихому уйдем, давайте а? Попробуем по стелсу, там еще мы стрельнем. А нам надо прямо в арку, да, Андрюха?
Ну, наверное, да, где он был. Так, ладно. Там же мы не поднимемся, там наверх уже все. Ага, смерть. Я первый, парни, прыгайте, пошли, пошли. Я вот здесь за деревом. О, он увидел, увидел, спалил, спалил. Да, тебе, ну-ка. Куда-то лезет там. Ёма, стреляй по нему. Ёма, Ёма, капец, он что-то жесткий. Вот это противогаз, бежим, пока он отвлекся. Сюда бежим, бежим, бежим. Хорошо, хорошо, парни, давайте. Да. Ой, жесть, куда нам тут, парни, вообще? Тут все развалено. Фух, походу, оторвались от него. Может, грузовичок, парни, сейчас попробуй завести. Ай, не починю, парни, отмена, она вся ржавая, жесть. Ну ладно. Уходим отсюда, мужики. Он сзади, бежим, 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 бежим. Зараза. Бежим, бежим, давай нафиг. Скорее. Да. О, это еще такие? Кто такие? Помогите. Это монстры. Монстры, гады. Ё-моё, это... А что у них за броня? Это боровы, болотные жители. Это... Они колдуют, болотные, реально. Стреляйте. Это колдуны еще, противогаз, блин, может прийти, парни. Это вообще это отмена. Шаманы. Шаманы. Блин, шаманыч, блин. Сейчас я его бочкой, блин. Давай, глуша его. На. Оруа. Ой, нифига себе, нормально. Это что за уроды? Так, тихо, парни, сейчас я на разведку. Так, тихо. Нету? Нету, вроде нету, парни. Слава это богу. На шанс убежать. Жесть, вот это тролли, блин. Капец, наткнулись. Вообще, собрели бобян из-за тебя. Куда-то мы... Я посмотрю. Парни, сзади. Стреляем! Раза, блин. Ой, капец, откинул. Схватил меня. Мама! Схватил. Вот это тебе противогаз застонет и сожрет. Ё-моё, реально, блин. До конца жми этого гада. Давай, парни. Дядя, не надо. Где-то? Тьфу ты, ты ё-моё! Спок, что ли? Так он оказывается вообще лошок! Тьфу! Вообще не почувствовали. Ага, короче, парни, нафиг надо! Все, уничтожили его, и давайте сваливать отсюда, пока всякие тролли нас еще не пожрали здесь! Давайте! Ага, а то нарушили их спокойствие, сейчас придут мстить за братков своих! Ну, противогаз, сильный, какой-то он вообще не сильный! Вон, нам наверх и погнали! Да, давайте выбираемся! Я противогаз. Вы что, думали меня убили? Меня так просто не убить. Я противогаз. Испортил плейтайм. Я вас найду и убью. Да, парни, оказывается, он и здесь побывал. Мы идем, смотрите, по местам, где он прошелся, этот противогаз. Ну да. Ого себе, смотрите, там все горит. Ага, реально, все в огне, БТРы, здесь машины горят. Парни, тут вообще какая-то на самом деле суета была. Может, тут это, военные пытались отбиться? Может быть, давайте быстрее уходить отсюда, мужики, мне здесь не нравится. Да, нам в тоннель надо. О! А мы ж, по идее, должны были на эти координаты, да, изначально прийти? Наверное, да, вот эти военные были похожи, да, Андрюха? Ну, кстати, да, может быть, они и есть. Так, вот, калаш сейчас возьму, парни. И пойдем дальше, похоже, ему уже не понадобится. Ну, знаете, парни, чё? Чё? На самом-то деле и нам этот калаш не понадобится. Мы-то убили противогаза... Мужики! О, блин! Андрюха! Бабиан! Он Андрюху кокнул! Ух ты! А что с ним стало? Это да чё за противогаз, блин, такой? Андрюхе, вставай, помогай! Андрюха, это родненький. Чё, Бабиан? Он трансформировался! Он, похоже, всех там этих захавал, всех этих монстров! Слышь, давай уходим, Бабиан! Куда уходить-то будем? Я не знаю, там вроде БТРы вон были. Давай это попробуем что-нибудь давай, на БТРе. Вон, калаш, подбери, у меня есть. Жесть, вообще. Я подобрал. Так, давай посмотрим, может сможем уехать отсюда. Давай. Тут РПГ. С РПГшки завалим, а что с ним стало? Почему он такой стал опасный, а? Трансформировался, слышишь? Трансформировался, вон бежит. Он, наверное, всю силу всех монстров Poppy Playtime взял в себя. В натуре. О, он меня схватил! Тихо, блин! Аккуратно, обратно стреляю. Капец, я не попал, Бабиан, все, патронов нету больше, слышишь? Капец, а что нам теперь делать? А я знаешь, что попробую?
Я сейчас попробую в БТР сесть, из БТР попробую. Давай. Во, нормально, Бубян! Димон, давай, быстрее, Бубян, залепило, сейчас, нормально, живчиком, Бубян. Хорош. БТР была плохая затея, наверное. Ну, немножечко, как же он рванул, блин, давай. Бубян, что схватил, что ли? Жесть, меня тоже схватил. Аккуратно, стреляю, спины. Этот адский противогаз, блин, давай его, Бобби, сгаси. Давай, сейчас мы его загасим, это зажимай и не отдавай ему ни одного шанса. Бубян! Смотри! Мы его уничтожили, и от него осталось... Портал, что ли? Вообще, все, противогаз зафигарили. Бабян! А? Андрюха! Пошли быстрее к Андрюхе! Андрюха, блин! Ё-моё, я надеюсь, Бобис, у него нету больше третьей формы у этого противогаза, а? Ну, как видишь, вроде бы нету. Не восстанет он, блин, как тогда восстал. Восставший из мертвых. Ё-моё, это что? Это Андрюха был? Это все, от чего от него осталось? Капец, Бабян, слышишь? Блин. А может, на шашлыки? Ты думаешь, это хорошая идея? Ну, Андрюха мясной был. Ну, блин, давай мы лучше на черный рынок. Да не, слушай, я из свинины не ем шашлык, Бабян. Чё? Диман. Чё? Слышишь? Чё? Меня, кажется, заразило. Ё, да чё ты, Бабян? Достал прикалываться опять со своим противогазом. Хоть бы Андрюху пожалело, вообще-то залепило, в натуре залепило. В натуре с Андрюхой жалко. Да. Ой, воняет ещё. Да воняет здесь, а! Ну что мы скажем это? Кому? Это... Насте? Кому? С кем? Ну, наверное. Что скажем? Так и скажем. Пал воином и сражался до последнего с противогаз. Ладно, погнали. Жалко, Андрюха. Ладно, так нам не туда, Бабян, нам назад. Так куда, ну? Вот сюда, пойдем. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш увлекательный угарный ролик заканчивается, и мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Пишите, что нам еще такого интересного позаписывать, Гаррис Моди в других играх. Ну а вас сегодня веселили и развлекали, конечно, как всегда, Оверфони и Бобби. Всем большое спасибо, удачи и... пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Орёт, чуваки!